Всем привет, с вами Гимлот, и в этом видео я хочу вам рассказать и показать, как построить часы в Майнкрафте. Для этого нам потребуется 4 слитка золота и один кусочек красной пыли. Как же их собрать? Для начала мы кладем красную пыль посередине. Далее сверху снизу мы кладем слиток золота, также мы слева и справа тоже кладем по слитку золота. У нас получается такой крестик, и в итоге у нас выходят часы. Давайте я продемонстрирую еще раз, как это собирается уже в верстаке. Так, красную пыль посередине, сверху, снизу, слева, справа, и получается часы. Для чего нужны часы, я думаю, вы сами решите для себя. Их можно как повесить на стенку для украшения, так и носить с собой. Особенно это будет полезно при выходе из шахты, потому что знать день или ночь, я думаю, будет полезно каждому. Ну что ж, на этом я тогда закончу. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующих видео.